Ага. Привет! Витёк с вами, Цветок с вами, Дедок с вами, Чат с вами, все, а, и даже... Чё это я? А где моя чёрненькая? Ну ладно, буду не в чёрненькой, буду в серенькой, уютненькой, тёпленькой. А, колёса. Колёса здесь. Кстати, я облажался, ребят. Я не открыл ту самую тему из группы ВКонтакте, и сейчас буду играть в уровни. Как я буду это делать? А я не знаю. Давай попробуем тогда бачара начнем. Может быть, он меня спасет, а там я... Ага, сейчас, конечно. Надо вот так писать. Да как ты пишешься-то, елки-палки? Оу, описка. Ах, имя автора. Все, я не там пишу. Не там ищу, да? Все, понял. Блад Бачар, все нормально, я писал, там реально печатался, ребят, сорян. Рыд Пиксель Баттл было, ВП Квотс Русдемы. Все было, как так, ты ленивая задница. Я сейчас чуть французский язык не применил. Для писин на тебя не хватает. Почему ты не делаешь уровни? Ладно, здесь будет сейчас монтаж, я пойду тему открывать ВКонтакте. Автор Коннор Флаг. Ну вы помните, да, Bottle Flippage. Но нам нужен другой, нам нужен Red Pogo Fight. Red Pogo Fight for VP. 5 звезд, прикинь. 6 голосов, 5 звезд. Это мой первый уровень. Подписывайтесь на мой канал, на мой. Поняли? Как там я говорил так? Ха? Ха, круто. Поехали. Pogo Fight, значит на Поге. Реально красновато. Это мой первый уровень. Не сидите строго. Локс. Нормально уронил. Твой младший брат. Ха-ха-ха, понятно. Все понятно, твоя детская травма какая. А ты кто? Ты кто? Твой клон. Черт побери, это мой клон, это не твой клон. Видал, как я оружие у него отобрал? Никто даже не мог предположить, что я так умею. А я смог. Так, там твоя мамка, да? Как бы нам ее... Тихо, не лежи! А давай, знаешь куда? В секретку пойдем. Нифига себе сходил. Страшно. И ладно, я понял, надо проходить как положено. Сейчас, погоди. Я тут настроюсь. Не было бы так красно, было бы так хорошо. Потому что, знаешь почему? Цветок не любит как красно, потому что его глаза тогда сливаются с цветом его лепестков. Его это очень сильно бесит. Он начинает злиться. Видишь, какой он злой? Ты видишь это? Его трясет всего. Единственное, может его успокоить. Это если поставишь лайк. Вот прямо сейчас. Да. А то смотри, придет. Разозленный с красными глазами. Так. Мамка, в общем-то, никак пройти не могу. Прям завлекает меня своим мечом. Опа, смотри. Я сделал финт ушами, сделал вид, что она мне интересна, а потом такой, оп, отвернулся резко. И все, прошел мамку. Кто там? Кто там такой высокий стоит, а? Покажи. А, неизвестно. Начальник! Фига себе, начальник, достал. Санта. Санта Лючия. Я не успел прочитать, что там на Санте было написано, но мне кажется, мы как бы прошли, да, я финиш даже видел. Хорошо. Пока так оставим. Пошли в следующий уровень. Человек Максимка 333. У меня, говорит, всего 4 уровня. Всего 4 уровня. Ладно. Bottle Flip 2. Давай. New Bottle Flip от Максима. А ты пулемет? Или пистолет-пулемет, или кто ты? Смотри, вот, видите? Он нарисовал правила. Можно и лежа класть, и стоя. Так что давайте пишем, сколько я бутылочек выставлю. Погнали. Nope. I said nope. Я тебя понял. Ты меня развел. Так, уже две. Хорош, это гмоднуб. Но это легко было докинуть, если честно. Сейчас мы все туда поназакидаем, смотри.
Ах, почти. Оу! Фига себе. Ах, вот оно как. А ты, значит, массовик-затейник, да? Я понял. Но ты же знаешь, что я люблю в дырочки закидывать. Но почему ты такую подлену ты мне сделал, а? Ладно, в общем, первый не считается заход. Можете больше не переголосовывать. Мы заново сейчас это будем делать. Будем делать все заново. Так, один. Отлично кинул. Еще два. Так, минус один. Хопа, нуб from Roblox. Хорош, ребят, я из Роблокса. Я из Роблокса. А эта бутылка не берущаяся. Не бери бутылка. Да как тебя взять-то, бутылка? А, о, ух ты. Чунч. Хорошо, годмод. Давай добавим бутылок. Давай сразу вот столько. Хорошо расставил, ты посмотри. Я понял суть уровня. Если в какую-то щелочку нельзя, в дырочку засунуть, да? Нужно найти еще более маленькую щелочку и засунуть туда. И побольше, побольше, побольше. О, я даже эту смог схватить. И разбил. Значит, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кто сказал шесть, победил. Аплодисменты. Так, и как выйти из этого уровня? Хорошо, пусть будет 5 баллов. Хватит тебе и одного уровня. Ты и так крутой. Русланит 1. Strange Bottle Flip. Слушай, Bottle Flip опять пошли. Говорит, для меня. Что это сейчас будет? Тивирп, привет. Привет, Витя, в этом Bottle Flip все слова написаны наоборот. А еще он просто странный. Удачи. И не забывайте ставить лайки, Витя. Все, понял. Ну, погнали. А что, вот я даже не вижу, какая там надпись наверху. А, док это год. Все, я понял, здесь назад, наперед надо все читать. Что эта бутылка не успокоится. Давай туда побольше загрузим. Не, это реально очень странный bottle flip. Я не хочу долго на нем зависать. Они просто не ставятся, они разбиваются потихоньку. Хопа, я в Витю попал. Даешь дырочку. А-а-а! Ух ты! О! Ха-ха! Победа! Ха-ха! Вы это видели? Вы это видели? О-о-о! Я смог. Причем я не бутылкой, а целым реактивным двигателем попал в года и победил из-за этого. Но я тебе немножко исправлю статистику. Снова голубь прилетел. Bottle Flip for VP. Ух ты! Вот это я точно не играл. Бог дырочек, Стас, темный УЦ, УЦ, Витек, Плейгод. И что-то, смотрите, видно, что что-то прячется за облаком. Видите, ножка какая-то торчит металлическая или что там. Ух, сейчас я чувствую, набросаю. Ой, набросаю. Как-то странно, она так улетела наверх. А что с моим человеком? Он как-то очень странно управляется. Там какой-то разгонятор есть, по ходу дела. О, Стас, бутылку сожрал! А как мне теперь считать, стоит она там или не стоит? Я же не вижу. Инопланетяне воруют бутылки. Я всегда знал, что так оно и есть. Я не буду глаза закрывать, потому что здесь очень неудобно вообще все делать. Опа, темный УЦ, смотри, я его вызвал. Инопланетяне воруют еще бутылки. Так, голубые бутылки в бой. Сейчас мы у инопланетян бутылки будем отыгрывать. А, не, опа-на! Как ты узнал, что я в сером буду? Ты чё, Ванга? Он что, Ванга?
Я бутылку не могу взять даже. Опа, смог. Как взорвать-то этих инопланетян? Инопланетян. Хопа, я Витьку еще бутылок дал. Во-во-во-во, смотри, я гружу в инопланетян бутылки. И в себя. Как не в себя гружу? Смотри, он меня богом назвал, кстати. Опа, еще одна. Хорош, ты прикинь, загружаю. Вот это да. Опа, инопланетян. Сейчас она, смотри, выпадет. Я же сказал. Я спас эту бутылку, она взяла на краешек, прилегла. Секрет. Ё-моё, ребята, ракеты-маяки. Ракета... Ракета... Как это? Ракета-маяк. Название такое. Все, я маяком сломал пружину. Маяк пополз. Маяк пополз в дырочку. Толкает другой маяк тоже к дырочке. Ой, страшно. Ой, что-то страшное будет, ребят, давай. Оу май. Маяк толкает другой маяк к дырочке. Боже мой, мое воображение, что ты делаешь? Прекрати. И... О! Хрена себе, что там с кроликом происходит? Сейчас второй маяк придет туда. Ух ты, тихо. Воу, бутылка упала. Ах, вы разбили. Стасу в рот маяк засунули. Меня чуть на маяк не посадили. Так, не, все-таки кролику маяк. Что по инопланетянам? Оу. Боже мой. Ребят, оказывается, у меня на стуле. Говорят, знаете, такое выражение. Пики точеные. И маяки. Взведенные. В общем, у меня на стуле маяк. Ух. Жаркий уровень. Найс. Ох, жаркий уровень попался. Анжелика 231 с уровнем УЦ Арт 4 ВП. Арт УЦ, первый арт мой. Вертолет? Ну что ж, нога. Вообще каноничненько. По-моему, одно лицо. А? ОУЦ захватил мой стрим. Что написано? Привет, Витя. Мой первый арт. В общем, в арте рисовала. Вот здесь уже не смогла буквы нормально написать. Торопилась как могла. Но это 5. Арт, Витек, плей. Еще один арт. Второй арт. Я не умею рисовать. Вот сейчас мы заценим, погоди. Черная шкала. Ой, скала. Оу. Это типа я, да? Это у меня такая бородка. Щетинка. Ну все. Один в один. Тут мне кажется, правда, вот этот вот глаз почему-то на висок уехал. Но... Всяко бывает, знаете. Я когда утром проснусь, не такое в зеркале вижу. Так что... Такое ощущение, что ты у меня подглядываешь просто из зеркала. Скажи честно, ты подглядываешь за мной по утрам? Не умею рисовать, смеяться или плакать. Конечно, смеяться. Одобряешь? Я тоже одобряю. Ладно. Опа, тут даже два финиша. Давайте сегодня в верхний финиш зайдем. А, там третий даже есть. А, я сломал ножку. Я не понял, в какой я финиш зашел, но я зашел. Одобряем арты, одобряем. Самброс 00922. Пога Fight Ultra 2. Горит топ. Это не impossible, есть смешные моменты. Это и легко играть. Пожалуйста, играйте, сохраняйте реплеи. Ладно. Пога Fight Ultra 2 Justin Bieber Edition. Король Артур. Окей, Justin Bieber снят. О, там топоры. Я думаю, они не рабочие. Бандит. Вообще он на бомжа похож. Рыцарь. Фига себе, ты рыцаря сделал. Нет, рыцарь, не забирай меня к топорам. Я боюсь, я уже отсюда не выйду. Мне пендели, король Артур дал мне пендели.
Так, заяц. Заяц прицепился к нам. Отцепился, отлично. Так. За что ты зацепился, извини меня? Нет, ну конечно, ты мне льстишь. Но мне кажется, можно уже и перестать симулировать, что ты цепился. Ах, нет, он прям тут. Я, конечно, всегда знал, что иглоукалывание помогает организму. Но что-то тут переборщили, мне кажется. Ах ты гад, он меня еще утянул на дно. О, правильно, сам себе иглоукалывание делай. Проклятый бандит. Гаси, я разобрался просто с этим рыцарем. Викинг. Ниндзя. Ух ты, ниндзя, он прыгнет на меня. А чё он? Чё, у него маска есть, да? Оп, подножка. Босс Санта-Клаус. Ну, я бы не сказал, что прям сложный уровень. Но если я здесь сольюсь, то... Хопа! Вот это гиперпрыжок, а! Кто здесь профессионал? Кто смог? Кто разобрал налево-направо, никому не дал себе ничего запихнуть, а? Та-та-ру-тау. Та-та-та-та-та. И как обычно, мы, ребята, возвращаемся к нашей завсегдашней рубрике «Лучшая за неделю». Ночь один из трех. Если хотите увидеть вторую ночь, не забудьте поставить пятерку. Магия, мистика. Оу! Это что, Микки Маус? Аниматроник? Кто это? Загрузка первой ночи. УЦЕ! Так, это типа ФНАФ или что? Что делать-то надо? А почему так светло? Ага. Ух ты! А где я? Так, он здесь. Здесь котейка спит. Здесь нет коннекта. О, он в третьей комнате, смотри. Слушай, а прикольно? Не понял, погоди, он опять в первой? Блин, у меня дверь заела. Сделано великолепно. Я не знаю, можно ли здесь выиграть. Но это 5 баллов. Ну там, во-первых, на меня ссылка есть. Может, сразу двери закрыть и все. Или батарейки кончатся. Я в четвертый. Как он так быстро добежал? А, их двое, ко мне серый шел. Так. Нет, ко мне коричневый шел. По-моему, пора закрывать уже дверь. Ну нафиг. Во избежание. Так, здесь камеры нету, да? Так, вот он здесь. Сейчас он типа пошел ко мне. Но я закрылся. Батарейка, кстати, кончается, посмотри. О!
Что делать-то надо? Давай закроем вот эту дверь на всякий пожарный. Смотрит на меня. Так, что дальше? Ушел. Батарейки кончаются. Все, он вернулся. Можно все открыть. Опять пошел. Черт, у меня энергия кончилась. Их двое! Это можно пройти? В общем, правую дверь можно не закрывать, я так понимаю, да? А левую закрывать только изредка. А может быть, эту ночь вообще нельзя пройти? Почти прошел, да, согласен. Все, сидим, пердим. Ходят они в одно и то же время, поэтому до двух часов можно вообще ничего не делать. Вон даже вентилятор из розетки можно выключить, мне кажется. Да, они пока стоят. Аниматролики! Это аниматролики. Так, в 2 часа нужно закрыть эту дверь. Вот он пошел. Он уже здесь. Все, ждем. Камеру тоже, наверное, нельзя пользовать. Батарейка жрет. Правую дверь не закрываем или закрываем? Сейчас проверим. Надо ли правую дверь закрывать от этого кролика? Или наверное, нельзя открывать этот, как его от него? Планшет. Я ушел. Все, он вернулся. Этот здесь гуляет. Но он сейчас должен вернуться, да? Это стрёмно. Если честно, стрёмно. Все, он вернулся. Открываем дверь. В следующий раз закрываем уже, когда там 5 часов будет. Надеюсь, я выживу. Ну? Ну? Да! Победа! Слушай, ну это вообще лучший ФНАФ, который я видел в колесах. Я отвечаю, здесь очень круто сделано. Да, они, конечно, ходят так же, как и... Ну, все время по одному графику ходят. Но здесь, видите, здесь батарейка тратится. Здесь двери реально закрываются, открываются, они тратят батарейку. Здесь можно в камере смотреть, это очень круто сделано, это очень годно. Это реально лучший ФНАФ, который я видел в колесах. Я прям аплодисменты готов дать человеку. Масон XY, еще, прикинь, еще УЦ сделал. Мужик. Вот, вот, мне просто тут писал один школьник какой-то, почему ты не играешь в мои уровни? Потому что вот такие уровни должны быть. Понимаешь, вот такие. Аски Роб Свинг. Ну да, Роб Свингом полирнем, да? Ха, прикольно. Оу май. Оу май. Какой смайлик. Я держусь за сердце. А, я локтем держусь, извиняюсь. Оп. Тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру. Ух ты. Как много страшных мужиков.
ногу за плечо закинул, типа, окей. О, что это? Ботинок? Только ботинок не схвати. Он себя за грудки, поход дела, схватил. В самый нужный момент. Будем хвататься. Летим. Будем хвататься и там. Вот столько не хватает. Полетели. Черт, а как так-то? А, господи, здесь финиш уже был. Я 4 раза не мог до финиша дойти. 2 сантиметра. Ну, вообще прикольно. Вот так вот. Давай, пока на этом закончим. Спасибо за внимание. С вами был Виктор, канал Витек Плей. Не забывайте лайки ставить, потому что цветок, красные глаза, ну вы помните. Ну и до встречи. Пока-пока.